Международная морская регата впервые пройдет в Владивостоке этой осенью. Участие в соревновании примут парусные суда из России, Японии, Китая, Кореи и других стран. Прибытие судов во Владивосток приурочено к 4-му Восточному экономическому форуму. На первом этапе парусникам предстоит гонка из корейского порта Йосу до Владивостока. Она пройдет с 1 по 8 сентября. 9 сентября все желающие смогут наблюдать заход парусников в бухту Золотой Рог и их швартовку к центральным причалам города. В этот период суда будут доступны для свободного посещения. А вот 11 сентября начнется второй этап гонки парусных судов вдоль побережья Амурского залива. Все будет видно с центральной набережной. Напомним, это грандиозное мероприятие проходит по патронажам президента страны Владимира Путина. Председатель оргкомитета по подготовке к проведению в Приморье, глава региона Андрей Тарасенко.